раньше, это, когда был воровской закон, воров часто тусовали из зоны в зону, потому что он обязан был уходить в побег. Если кто-то пробыл в зоне хотя бы 6 месяцев, ему могли предъявить, что ты был в зоне, а ни разу не ушел в побег. Какое-то время мог свалить, а не свалить. Поэтому было жестко насчет этого. Короче, воры все время уходили в побег. Это уже потом менты придумали этих. Если уйдет в побег, отразится на общем, там что-то хуйня такая, технически. Постепенно эта хуйня начала внедряться. А так, если какой человек был полгода в зоне и не ушел в побег, ему сразу предъявляют, почему ты был там и не ушел, не попытался, нихуя не свалил. Вот насчет этого было очень жестко, очень строгие правила. Я как раз вспомнил, что в Златоусте, когда сидел, мы закрыли подвал административного корпуса. Там административный корпус на вахте. И в подвале там, если кого-то посадили, там петля. Кормят раз в день есть. И парашу в ночь раз в день. Уже когда всех обойдут, всех покормят, могут вспомнить про себя. Там беда. И я оттуда, короче, попытался подкоп сделать, побег уйти. Там через проход, как мент подходит к камере, там коридорчик такой, а за ним стена. Если подкопаться, то через эту под стену и пошел на свободу. Правда, зима была. Я, короче, пробил стену под пол и начал выбирать эти куски, блядь, огромные горную породу. Я, короче, пару огромных кусков вытянул. И вода там, блядь, пиздец. Никак. Надо воде рыть. А зима, бля, холодно. Короче, так и заболелся. Тянул там. День работал, два, неделю. Потом там кипиш получился. Там все время была такая хуйня, если я на коридоре встретиться какую-то ментовку, за жопу сразу. Всех хватает. Поэтому там ментовки прятались. И тут хватанули так кипиш, резерв, прибежали с этих садить, а меня надо убирать. Меня туда, в хату заваливают. Раз. А там уже пол пробит, плиты вытянуты. И так спалился. После этого в одиночке стали мариновать. Вот. А потом эти новшества стали придумывать и возвращать все в угоду мусорам. И пиздец. Потом стало смотрящее договориться с коммунями. Его не трогают, он там в зоне сидит, потому что он выгодный мусорам, чтобы он у них находился. Вот. А я как
придешь в зону, только в карантин, из карантина сразу под крышу. Сразу. И вкрытую. Никто в зоне не держал, потому что от тебя исходит то, что мусорам невыгодно и не нужно. Вот от тебя избавляются. А прихвостни всегда содержат и играют с ними, как хотят. Ну, до поры до времени, когда используют, все равно пускают послав, потому что у них такая политика.